174-й школе удалось собрать крепкую футбольную команду из пап учеников. Некоторые сейчас поддерживают форму, некоторые играли только в юном возрасте. Поэтому для подготовки к соревнованиям с другими родителями стали проводить регулярные тренировки. Благодаря этому стали лучшими в железнодорожном районе и смогли выйти в финал на городском этапе. Преподаватель физкультуры занимался сбором команды, он капитан нашей команды. Тренировались, раза два, наверное, в неделю. Вечером собирались, тренировались. Вместе с детьми, с маленькими тоже. Финал городского этапа турнира «Высший класс» среди родителей учащихся школ прошел в парке Гагарина. Мама и папа соревновались в трех видах спорта – футболе, баскетболе 3x3 и чир-спорте. Лучшие команды получили кубки и медали и право представлять Самару на областном этапе, который пройдет в сентябре. Наша задача в рамках национального проекта – привлекать разные возраста к занятию спортом. Дети у нас, да, они спортсмены, потому что у них есть уроки физкультуры. Родители – спортсмены уже больше по собственному желанию и по внутреннему влечению. И поэтому родители своим примером показывают о том, как надо любить спорт, несмотря ни на что, и как можно заниматься им, отдаваться ему уже спустя многие школьные годы. В этом году турнир «Высший класс» проходит в третий раз. Начинался он с соревнований между двумя районами, а теперь достиг областного уровня. Аналогов такого турнира в России пока нет, но не исключено, что если идея получит федеральную поддержку, то тогда самарские мамы и папы будут продвигать здоровый образ жизни, соревнуясь с родителями школьников из других регионов. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.